И торжественное мероприятие накануне Дня Конституции состоялось и в Шевченковском районе у памятника Кобзарю. Мероприятие посетила наша съемочная группа. В нынешнем году День Конституции как никогда актуальный праздник. Изменения в основной закон Украины, вероятнее всего, будут внесены уже в ближайшие месяцы. Время ставит перед государством все новые и новые задачи, поэтому нынешняя редакция не способна обеспечить в полной мере все права и свободы граждан, утверждают представители власти. Я знаю о том, что на следующей неделе уже будет проект Конституции подан в парламент. Есть там большинство, которое, я надеюсь, его поддержит. Затем этот проект уйдет в Венецианскую комиссию, где в течение месяца-двух будет сделан вывод об этом проекте. И потом он поступит в парламент. Конституцию, надеюсь, мы примем. И это даст нам возможность менять нашу страну. В отличие от предыдущих лет, праздничное мероприятие было довольно продолжительным. Да и место выбрано символичное. У памятника Кобзарю, посвятившему всю жизнь борьбе за независимость украинского государства.